Добрый день, друзья. Сегодня у нас Xperia L и замена тачскрина. Снимаем крышку, откручиваем болты. Вот здесь 6 болтов крепят заднюю панель, я их уже снял. Снимаем батарейку, заднюю панель, шлейф стекла, новое стекло, которое мы должны поставить. Снимаем разъемы, антенный кабель, здесь он находится, отстегиваем, снимаем плату, берем термофен, ставим 400-350 градусов. И греем. Снимаем снизу, берем вот такую металлическую лопатку, острую, одеваем, таким образом снимаем стекло, оно у нас на скотче. Сбоку можно срезать ножом вот таким. Греем вверху. Снимаем стекло, шлейф вот он у нас. Очищаем старый скотч. Пыль. Очищаем по периметру весь старый скотч, который здесь остался. Чтобы стекло село ровно.
Очистили поверхность, берем новое стекло, снимаем, снимаем пластик защитный с внутренней стороны. Двусторонний скотч. Обклеиваем по периметру. Стекло старайтесь руками, пальцами не трогать, чтобы не оставлять отпечатки пальцев, которые потом придется вытирать. Останутся следы, пыль. Вставляем. Поджимаем немного. Далее ставим плату. Сначала пристегиваем кабель, потому что он застегивается с внутренней стороны. Вставляем плату. Соединяем шлейф. Стекло. Антенный кабель на свое место. Заднюю панель. Ставим батарею, включаем, проверяем. Закручиваем телефон, пока он грузится. Тачскрин лучше проверить в самом начале на его работоспособность. Потому что бывает такое, что новые запчасти не работают. Или работают, но некачественно. Поэтому всегда проверяем в начале, чтобы не терять время. Все работает. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, кому понравилось. И всем удачного дня.